Виталик, а Виталик? Отойти есть время? Виталик, пошли. Редриком, наверное, нет? Наверное, минутка есть. Длительно. Блять, а чё Редриком жать вообще? Ну просто пулю нажимаюсь. Просто Редриком подели и этот правосудие, и всё. Как поставьте мамонта. Столбиком делить? Сам как мамонт. Все, спасибо. Такие как ты вымрут скоро. Ставочники, я имею в виду. Блядь. Дети же. Ну, твоя семья. Че он хочет сотворить? Ирина Васильевна! Сан Саныч! Вы где? Блять, вот пидорская реклама ВКонтакте аж прям бесит. Музыки-то? Ты знаешь, что она по запросам твоим формируется? Типа, что ты ищешь в поисковике? Там какая-то Ирина Васильевна? Не, нихуя. Ничего не ищу. У Войда выпадает реклама видосиков Войда просто, блять. Олег, был... есть отойти время? Да, отходи. Тебе надо было уже отойти. Давно. Короче, был сегодня в ЦЛК, хотел сделать ачивы, типа по фулу. А чума не кидается на личи. Как ты это можешь объяснить? Не знаю, я что только не делал. Шмот снимал. Не кидается просто. Он всегда миссает по мне. Так а при чем тут шмот, он из-за уровня не попадает? Ну, как бы там чуть-чуть другие характеристики, сейчас же. При чем тут характеристики? Уровень-то у тебя какой? 120? 10. Азерот не вышел еще. 110. Так он и не будет попадать, у него какой там уровень. 113, да, должен быть. Короче, офф это говно, я сразу говорил. На Сирусе надо играть, нормальный сервак. Вот там на туре все работает. Ну да, куда там оффу, да? На Сирусе. Не то, что на горимом оффе, да? Да, офф. Не, ну, если что, я уже написал, типа, короче, ну как жалобу. У меня ИГ заглючил сегодня. Не вышли чемпионы Альянса против меня. Засали, наверное. Ну, засали. Но они просто услышали, что на личе происходило. И Крок один раз у меня забагался на этом. Когда я бежал, короче, ну сильно быстро, я там убежал где-то вперед. И хуяк все заново перезапустилось, блин. Ну и прикольно было такое. Зачем наблюдать на офе. Зачем ты там играешь, блин? Чего, тебе делать нечего, что ли? На офе играть? Это же никому не нужная игра на офе. Я вылетел, хорош. Ну, кроме тебя еще один слот. Ну, и вообще нечего сейчас делать, там Легион, блин. В смысле, а чем Легион плох? А чем он хорош? Там боссы однообразные. Ну, не знаю насчет однообразия, но сюжетная линия там очень хорошо сделана. Ну, там прям да ну, уже пень эту сюжетку. Начиная с Дримура уже скипал, потому что там хрень какая-то идет. Но Легион не идет. Отсылка и продолжение Дринора. Я там сюжета вообще, ну, не вижу вообще никак. В смысле? Да хуйня, ты... там не сюжет. Там не сюжет, там бузер какой-то, если честно. И Лидон вообще таких пизды всем дает, вообще красавчик, типа такой. Так ему вроде потом дали пизды, не? Нет, он ушел. А ему дали, его типа воскресили снова. Хотят повторить это, БКшную. Ветку, так сказать. Снова распиарить зловку на офе. Только ни хера у них ничего не выйдет. У них онлайн уже снова падает. Васап сейчас зайдет. Да ну да, бедные пацаны просто с онлайном. Ты знаешь, кто следующий аддон будет на офе, да?
Азерот, конечно. Я уже купил его. А знаете, какой после Азерота будет? Ваня Кила будет после Азерота. Там уже ничего не будет, это последний. Будет битва за бой. Снова же умирает. Пускай умрет. Ну, это, кстати, к лучшему. Но по сюжетной линии Легион уже должен быть завершающим. Да, ассиста возьмешь Даню. Легион, по сути, это последний. Дальше уже ванила будет заточена под легионовскую хрень. Короче, ванила для казуалов и домохозяек. Да не сделают они никогда ванилу. Не, ну может быть, когда там дети мои поиграют. Да уже пруфы были, ты чё? Ты имеешь в виду под интерфейс легионовский заточат, что ли? Да. Ты прикинь, ванила, где есть демон хантер и где есть ДК. Поебень. Я тебе чё и говорю, это хрень вот, собачья вот будет. Видишь, убивать собирает БДК, протопава, ДК, ЦНК 25, он на бича. Он, короче, начал собирать еще раньше, чем мы пошли в Эрест. Да. Угу. Вот там был охуенно длинный рейд. Мне на Сирусе нравится, там, блядь, старые все эти таланты. Никаких катаклизмов. Панды бегают, воргины, гоблины, блядь. Наги, блядь. Прикинь. Нежить друид, нежить протопал, блядь. Ну, то есть, проводил. Ну, фиг его знает. На Легионе, конечно, чуть-чуть поменяли, там нету, ну, такого преимущества. Да в жопу Легион. Там здесь лок в геймформу отобрали. Пошли они нахуй. Таким она и не нужна просто. Зачем, блядь, они и так всекают нормально. А демонформу дали ДХшникам. Я тебе что, я говорю, ДХшники уебки. Если кто ими играет, тоже. Так они точно такие же, как когда вышел Лич, ДК нарисовались. Типа такие имба ДД, имба танки. То же самое, блядь. Они не хилят там случайно, не? Нет, нету. То же самое, 2 ДД спека, 1 танк спек. Чё, Даня зайдет или нет? Да, но ДК все равно без танки, короче. Чисто. Ну там. Да только ДХ-шек все гнобят, да? Да ДХ ровные, типа, но только в ПВЕ. А не в ПВП, ну как-то слабовастенько. Двойной прыжок танком прожимать во время пула, охуенно говорят. Таких дебилов сразу кикают нахуй. Да не, это бред. Не, на арене очень. Сука, почему там трупов так много, я не пойму. Да ты сколько хотел видеть? Потому что это все мой. Ебать, кто их тут убил, блядь. Сука, это твои драники, блядь, всех отравили, что ли? Не, в этот раз были котлетки. Ебать, не, ну это жесть, конечно. А почему так много этих скелетиков? Да сколько? Да они проголодались, пока ждали. Тут час 20. Сидим. Мараксусом возьмите еще. Не, короче, ДХшники единственное, что крутое умеют, это на арене. Они взлетают вверх, короче, там метров на 60, наверное, со своими крылышками, и пока спускаются, бьют тебя РДД обилками, и ты ни хера против них сделать не можешь. Ни запрятаться, ни за колонны, ничего вообще. Так как Иллидан, да, взлетал? Да. Ну, вообще очень... Ну, они красивые, но не крутые. Не так такие себе, крутые, они, как короче. Вары, да, наверное? Нет, короче, нахуй Легион, мы поняли тебя. Энхи вот красивые вообще, блядь, пиздец. Мне кажется, про товар Энхи сломает. На раз-два просто. Там же Ретрик больше не может на ходу хилиться. Ну как здесь, из-за прока. А Энх может, короче. Всем привет. Ну там нету такого, кто топ, кто не топ. Про товары там топ. Единственное, кто там говно, это ШП, короче. Это просто полное говно. Да, сиди. Кем да. Даня идет?
Олег. Шипогерну, начиная с Пандарии еще. Давайте подумаем, кто нужен нам. Давайте с Данью возьмем Хабристом, а ДЦ спекнем в ШП. Не? Хорошая идея. Я даже не знаю. Олег. Олег зашел. Ну заходи. Мараксус тут. На кого Дани зайти? На Хабриста, Мырки в ШП? РДД. Братан, что, заходи. Похавал? Я. Не. Точи, точи. Кусай, кусай. Лопай, лопай, равняй морду с жопой. Нормально. Так, раздел этот будет тоже. Наверное, Мараксус зайдет, надеюсь. И Даня. И Релли. Я спокойно похилил уже. Я могу на холик зайти, ты ретриком побудешь, если ты устал. Я устал говорить, не хилить. 3.5 часа говорить, это, конечно, классно. Нам заходи на ПДК. Ну ты, кстати, да, если хочешь, можешь похилить, я продамажу. Но все. Мне перезаходить. Мне пофиг. А, да. Ладно, тогда не надо. Когда я потанчить могу, у меня тут танк. А, давай я, наверное, с собой приеду. Два шага. Заходи, кем хочешь. Просто РДД надо. Мараксуса надо позвать. Да, как Германия переживает то, что не вышла в 1/8 чемпионата мира? Ты хуй с ними. Кто это сказал, хуй с ними? Ну, вообще, ну как, сейчас не особо. Я сказал. Вообще даже не реагирует никак, что ли? Ну, так, чисто, ну. Но они просто устали не очень годами футбола каждый раз доходить до финала, до полуфинала. Они решили отдохнуть. Типа дай вот, типа слава. Как Украина, да? Типа, ну, короче, мы устали, поэтому мы не вышли, да? Не знаю, это какое-то проклятие. Шутки про то, что кто там заявил мэр какого-то русского города. Духи павших во время войн, там, не? Не слышали? Я даже... А, типа там в стиле... Преследуют их, да? Теперь являются им во снах, поэтому они не могут играть хорошо. Это кого ты процитировала? Зубову, что ли? Ну так и есть. Правду говорю. Может, духи Ольга, павших... Зубова, Зубова. Бузова. Бузова, Зубова, блядь. Как ни хера. А чё тут здесь уточнил? Ого, что-то много. Другая. Действительно. Ты сколько думаю. Здесь уже? Это первый трай. Да, прикольно выглядит, да, Васа? Я сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 трай был. Ты что, скелеты посчитал? Это на болтаре так вайпались. Это вторая РС, и нам просто... Короче, мы были били в 24 человека, и еще лакали люди. Я херню, конечно, предложу, но давайте бить. Кого мы ждем? Сейчас Мараксус за Фурика зайдет. Давайте, соберитесь на 20 минут, сейчас будут нормальные траи. Слакеров, в принципе, нет уже в рейде, они пошли спать. Ань, тебя чуть тихо слышно. Сейчас лучше. Делай микро погромче. Микрофон далеко, наверное. Я понял, сейчас, секунду. Не-не, у меня обновления один выбили, сейчас у меня слышно на сети. Все, давай ты поиграли, сейчас похилит. Уже устал. Так, блять, мы тут 20 минут стоим, ты не отдохнул, что ли? Не. Какой умный Виталик. Он ходил молиться, свечку ставить за наш рейд. И молился в поте лица. В смысле, такой умный? Такой вот. Ничего не поменялось, в смысле? Да, в смысле, такой умный, каким он был. Она восхищается тобой.
Да, да. Ты получал ВК любовные письма от меня? Угу. Кирилл, ты ж не вылетел. Не-не, я про стрелоку еще. Поварка у нас 25. Я зашел, всем привет. Здорово. Здорово. Много вот. Нет, это второй трай. Посмотри, третий трай. Ну, блять, а чё скелетов-то? Ебать, ну не второй трай. Да, во время боя рессали и падали люди. На болтаре еще повыпали. Это трэш убитый. Это скелеты трэша. Не СС еще давай. Каску, лапу. Такого не делай. Есть кого фласка надо, да? У меня только две штуки обнаруживаются. Есть. Обмен дай, Эрдру. Пизда на мне. Зачем ты ругаешься? Спасибо. Слышно меня? Ага. Да. Все нормально. Разобрался. В смысле, ты к соседям перешел, что ли? Да не, я забыл, как я у меня, получается, после обновления винды перестает микрофон на наушниках работать. Просто налепил, мне кажется, да? То есть работает даже с включенными наушниками, работает стандартно. А почему ты паузы такие делаешь? Ты слова русские забыл, что ли? Ну, нет. Как? Ну, я не особо понял. Только я это замечаю. Не, ну я выпил немного сегодня, может поэтому. А, да, тогда понятно. Эрик, я тебя жду, когда ты разбафаешь. А чё мне? Ну ты каски бафаешь. Кому надо каски? На катапульту. Он поэтому, наверное, не принимает. Катапульта тут? Да, вон на себе. Да. Сейчас, секунду, я прочитаю, мне здесь написали. Типа Германия проиграла? Напоминаю тебе. Ты плакал, кстати, когда они проебали? Не да? Германия, а немцы. Мне. Называй их своими. В принципе, именами. Все равно было. Блин, один раз за всю историю Германия осечку дала, и такое злорадство я смотрю. Ой, не за всю историю, как минимум второй раз, да? Давай, скажи. Осечку они дали. Так, давайте бить уже. Хорош болтать. Все готовы? Кто там? Портан, чё, начинай. Понял прикола. Марки-фырки метка. Перебежали. Поближе подойди, а частица не достает. Пришлось схилить эти точечно. Ягер метка. Ближе к хвосту, под хвостом перебегаешь. Перебежали. Как называется херня, когда милики бить не могут? Защита от дефа. Боб, глянь защиту. Аучизм. Тщеславие метка. Переводим, сейчас сразу заходи. Рейд по команде. Заходим, рейд, да. Так,
Осколс, так оно. Сей боже. На ГП просто. Виталий, наверное, забыл, что ВРС-ские ботинки не прожимаются. Во тьме прожимают. Хаба метка. Заходите. В тьме не прожимается, ты улетишь. Ты не улетаешь, ты во тьме. Во тьме Виталий, твой можешь... фридом второй, если что, был вот этот. Я себе кинул. Да. Я тебе кинул. Поднимешь катапульту, тогда будет Макс. Я кину сейчас пулю. Решайте, как кто следующий ходит. Ты же не кинул? Я ж тебе написал второй. Да я видел, но так как на мне метка была, там все сбилось. Да не, ну... Мизантроп под первый трэш звездопад даешь, я под второй. Ну, ты под нечетный, я четный трэш. 1-0. Давай тогда ты сейчас. Бьем пока бууса, не выходим. Лилия метка, теперь выходим. Лилия, сразу к порталу смещайся. Лилия! Давайте рост. Блин, очень долго. Да не, они не диспелят сами себя, что ты там... Катапульта метка. Перебежали. Во тьме дали рост, стил метка. Бьем трэш. Удать. Блин, не прожимай захват. Да, у нас как-то случай, он пожал. Перебежали. Сейчас твой будет. Да, свет стоп, свет стоп, свет стоп. Семь процентов. Тщеславие метка, что-то я лагаю. Диспельсию. Да, у трупа сапру. Перебежали. А я рано сказал, да? Да. Что-то я, короче, это... О, смотрите сами, я что-то плохо соображаю. Числа или нет? Сапру. Как тренер Германии была. Сборной, да? Да. У нас что, рог остался? Ну он и должен попасть. Хаба, 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 где-то там. Хаба вынес. 70 во тьме. Не стопаем, бьем. То стоп, не стопайте, не перебьют они, бейте, все бейте, так мы прожились. Ты че трога упал? Не знаю. Ничего страшного. Бьем. Ну катапульта, ты вынесешь, нет? Катапульта, блять. Бьем. А чем вы диспелите, ё-моё? Нормально, бьем. Перебежали. Перебежали. Все, меня отрезало. Ничего, живи, Краль. Хиль, подойди. Бьем трэш еще. Подойди ближе, нормально, хиль. Заберите трэш. Приготовьте. Ну, блять, ну не прожимай ты, ну.
Сука, там куча стаков, хильте у тропа как-то, не знаю, отводи еще, растут. Оверхильте у тропа, он сейчас сдохнет. У тропа хильте. Все мелкие треш добиваем. Перебежали, перебегаем и добиваем мелкий треш. Лужи какие-то мальчики. Хильте у тропа. И добиваем Халиона. Из тьмы выходите все, добивайте в свету Халиона. Ну, кто здесь? Я лужу так красиво разделал. Пиздец. Ну, блядь, Акма, ну чё ж ты, блядь? Да там не то, не из-за него, вот это из-за катапульты. Да это из-за него, это... Так-то били нормально, там просто вишет кинуло всех. Да, блядь, нельзя хилиться, когда трэш бежит. Ну, блядь, ну два раза подряд просто, блин, один трэш, второй трэш. Мы бьем, блядь, не 200 тысяч хп у мобов, а 500-600. Четыре убраться началось. Слушайте, ребят, я как бы, я согласен, что я в центре стоял, но я как бы видел, что на ней метка была. А, прилив кастовался, потому что у него вообще ноль маны было. И зачем заспелли, непонятно. Да нет, ты можешь вот по-немецки там типа развалить? Сам, я бы сам мог блинком вынести и диспелиться просто. Зачем диспелить в рейд, скажите? По-немецки можно? Нет, к сожалению, Виталий, не могу. Можно я тебе объясню, почему ты тупой в этой ситуации? Потому что ты целых битых 10 секунд стоял с ней. Ты что, молился, когда на нее смотрел или что? Ты вспоминал? Ну долго, очень. Пиздец. Не 10, там 3 секунды было. Ну там 3-4 секунды было. Ну, ты понимаешь, там у босса было 3 миллиона хп. Ты одну секунду гимну этого прилива, тебе бы хватило до конца боя. Зачем ты стоял, блин? Ты или поправдываешься сейчас, или других вариантов было, я... Не дали ГП, не дали. И не за ГП, а вообще за ситуацию. Что-то вы как-то немножко не поняли, о чем я хотел сказать. Ты маг, ты катапульта, да? Да. Ты стоишь, ты должен нести метку, как на тебя кинулось, сразу нести. Насрать. Без маны, ты выносишь метку, стоишь до конца боя без маны, ну, сапфир ешь, не знаю. Ну вот все. Но кончилось, короче, последний прилив остановился. Сколько осталось? Полсекунды. И я, блин, блинковался и диспелил, блядь, взяли, диспелили в рейде, но тоже, блядь. Я как бы вижу прекрасно все, я не дно, я слежу за боем. А кто диспелил? Это маленькая лужа, кстати, была. Давайте еще посмотрим, кто диспелил. Ну тоже. 30 секунд. Приду сейчас. Кизантроп, зачем? Ну он думал так лучше. Тебя не слышно. Напиши лучше. Сейчас слышно. Нет. Нет, как будто бы ты из другой комнаты говоришь. С другого мира. Как будто ты из России говоришь. Понимаешь, вот и так. И так каждый трай, короче. Еще больше трупов стало. Короче, может, давай, Даня, ты, наверное, подиспыль мне. Могу котом подиспылить. Раз ну, я сейчас в себе не уверен, абсолютно. Выслушай, мизантроп диспелит просто. Я тоже в себе не уверен, поменяйте меня, пожалуйста. Блядь, заебал. Чеки. Он тебе завтра на работу вставать или что? Мне? Ставки. А мне в 3 часа ночи на работу, замените? Ставки. Олег, дай крест. Да, в 3 часа ночи у меня ставки. Ну да, напомню тоже, все, кто диспелит себя, могут диспелить сами, диспелят себя сами, мизантроп. Можешь не отключаться на престов, магов, друидов. Он же не диспелит, он же стоит в луже, вот катапульт, он реально просто тупо стоит. Я ждал, да все. Он 4 стака набрал, и я потом с него диспелил. Ну да, в рейде. Ну, не надо было. Да. Я вообще не знаю. Получил бы он просто 5-хапку и все. Я потом видео скину, блядь, это пиздец. Все, все готовы, давайте. Начинай протанчу. Акма, не прожимай хилищи. Я уже вытянул их нахуй сейчас панели, блядь, хилить сейчас сами. Выкидывать-то не надо.
И я ластрая, меня уже заебло. Фак, сметка. Диспельцы, ну. Ну диспельцы, блядь. Как мы, ты так не переживай, эта игра всего. Да сука, я спать хочу, уже не могу сидеть здесь. Перебежали. Заходи сразу во тьму. Рейд, заходим. Мордом метка. Твой. Так он не добежал еще. Тут же нет холиприста. Ну ты ж не секунда. Вандерлей. Заходить. Надо заходить. Ближе к морде сейчас, морки-фырки. Что, вы убили уже, блядь, не? Хаба. Два. Бьем по кабусу. Мырки-фырки, недалеко от портала и сразу выходишь. Выходимся. Он же хилит тьму. А он... А, да, я перепутал. Может. Давайте расцвету. Хак, сметка. Поворачивай на рит, смещаемся к хвосту на танке. Хакс, метка. Во тьме дали рост. Встанешь или поднимать? Иннера пока нету. Лилия, пой гимн на ману. Поднимаю. Вставай сразу. Перебежали. А, свет по боссу, стоп. Добейте мелких. Босса не бейте свет. Утроп метка. Хилы отбегайте подальше. Хильт утроба, ревностный. Все мелкий трэш играем, все мелкий трэш. Хаба, метка. Ты проспал сейчас кто? Сейчас, наверное, 70 будет. Не знаю. Нормально, бьем трэш, хакс, метка. Да, в ральке мана 2000.
Сейчас 3 секунды залью КД. Все, добиваем мелкий трэш, большой сдох. Стив метка. Перебежали. Еще один трэш, и все, убьем. Угу. Если не отхилится. Надо мало. Секьюрити метка. Я заливал только что. Ну не сдохни, что там? Тщеславие метка. Ну если 60 сейчас станет, то добьем. Перебежали. Если 40, то стопаем. Стоп, свет, не бьем босса. Ждем 50, потом добьем. Не бейте босса. Конечно, будьте. Ждите 50, потом. Все, давайте в босса играть. Сейчас 50. Все, 50. Добиваем босса. Трэш не бьем. Только босса. Катапульта. Все, добили. Добили. Опять я решал вашу судьбу в конце боя. Иди карточки. Лол. Чешка. Чешка, да, вот хороший. Еще будешь или куда не сырать, и все? Да, пойдем сейчас. Пойдемте ульду плюс 0 быстренько пронесем. У нас там, кстати, алголон остался, ага. Мы сходим. Нормально рейд у нас. Вы в ульду сегодня ходили? Не-не, это я так. Команд, пояс. Дань, накинь на тотема. Типа. А чё там с мелким трэшем было? Что-то по всему полю разбежался. Я. Кстати, пошёл ретик. Мага лут. Иду магом, мили лут, блядь. О, Акма первый, верно? Да. Видишь, не зря остался. Ого. Вообще-то не зря. ГЦ. Тащи. Не нужно командную ручку. Ух, ебаный лут. А я этим трудно магу рубишь. Лист, хули. Давай паролю. Ебать, смотрите, бисовый мишка. ДЦ. Спасибо. Только кольцо гильное осталось, да? Не, кольцо есть уже. У меня мало. У него силовое. Какое? Одно с валькер, но вот это вот гильное. У меня мало маны. Не, в мастерстве. Я был какой-то с мастерством силовое. Да, у тебя. Да, это сейчас. Ну, сейчас я одену. Не, сейчас. Вот. Ой, сил. Мастерство то лучше. А, я не какой знаю. Какой валики, блядь. Ты имеешь в виду. Я что-то то одел там 116 там и нормально. Ну, в принципе, то у меня тоже одел. Выбить можно. Пошли будет. Почему не серебра с ловкостью? Я не знаю, вроде оно там меткость. Меткость и так же. Может, ВК-25 по-быстрому, нет? Кто-то пойдет в ВК-25. Пошли. Чем еще собирается? А шея, кольцо с РС. Чем? Какая шея? Ну, Свали. Шея, плащ и кольцо с РС. Так сними ее нахер, одень синдры шею. Ты что, с ума сошел? Зачем? Это медведь. Ну потому что как бы там ловкость, крит, прикольно. И ты одеваешь кольцо тоже с ловкостью и меткостью. Я не хочу агильное кольцо, если я ношу два. Ты с Макси говоришь или с Войдом? Блять, ну если медведь не хочет агильное кольцо, то это как
Вот как мужик, который хочет быть бабой, мне кажется. Давай, иди на вов на свой, блядь. Вот такая гильная, только одно с РС, одно с гниломорда, с мастерством. Потому что мастерство, ну, будет более полезнее. Оно не собирается просто штанами там хуйню какую-то? Ну, это если хардкап. У меня хардкап просто 56. Просто у Мишки очень хорошая игра, когда у него хардкап мастерства. Я не пойму, ты поддержал меня или поспорил со мной? Я просто... Какое у меня направление двигаться, блядь? Типа, ну я не знаю, ну шея как бы стрёмная, конечно, для Мишки. Ну, для танка... Сейчас, дайте этот, пока не забыл, скажу. Даня, вот твой этот... Совет войду. Стоит ли коту отдавать шею с РС-ки? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вообще никак. Ну, смысл. А если он попросит? Это... Если хочет, конечно, ну, подавать, да, но смысла нету. Ну, если только никому не нужна, можно пофаниться. Коту. Коту, прикинь, дурачки, блядь. Ну, сила же больше дает коту, а чем это? Не, ну ладно, мы выйду на R2, как бы. Ну, а коту? Ну, просто коту надо интеллект для выйду, а, блядь, R2 надо РПБ, ну, по-любому. Там вообще речь не про моего кота, а кто-то там ролил. Ты про его говоришь, да, Хилика? Наверное. Я потому что, ну, никогда бы не забирал. Плюсы в лучшайте, богохульник. Блядь, богохульник. Громовой утёс, богохульник, чё это за ники? Там просто если сравнивать шею с РС или с ЛК, это либо, допустим, взять 50 апа, либо 50 хосты. Ну, я образно говорю. Ну, то есть сравнивать крит... 50 рублей или 50 долларов, да? Да-да-да, вот типа того что-то. То есть, потому что по криту одно и то же, в принципе, выходит, потому что там могила, а там крит. А, по апу получается от силы больше апа, но на агильный плюс хоста. То есть там где-то, ну, в равном количестве ап или хоста. Да не должно вообще у друида быть шмоток на силу. Вообще, да, слава богам, блядь, как ты до этого дошел? Ну то же самое, то, что Варя носит ловкость, по сути-то. Не, ну единственное от Мишки, что можно приговор взять, допустим. Это ему нормально будет. Ну, если там для. Приговор, у нас это выбор, блядь. Ну, выбор, да, я буду. Да, приговор хорошая тема. Кто ну, допустим, выбор? На кота, либо на Мишку. А, подожди, у него будет нагилу выйдет, хер пробует, но я все равно. Короче, вот комплект... Игорь, там же просто чистый ап. Короче, комплект... Нарик, а ты на ком? С этой... С мастерством, короче, 59 тысяч без бафов. Комплект... На фулл стамина... Там 1000, 1000 разница. Да, 1600 разница. Не, это ты что-то там неправильно сделал. Там 1100, и это еще под фулл бафом получается. Но у меня так 95 тысяч, в мастерство с эти 94 тысячи. Это что-то у тебя прям больше у тебя. Ну хуй знает. Ну давай посмотри, зайди на Мишку. Ты, может, что-то с камнями намутил. Ну давай, зайди на Мишку, я сейчас портнусь до ворота. Сейчас. Я бы удивился, если бы не намутил, блядь, с камнями какой-то хуйни, если честно. Проф и ювелирка и кожевничество. Ну он просто на конта, на кота камни в интеллект лупашил, поэтому я хуй. Ты иди отсюда, блядь. Зайду на кого надо. Вот и что в сове было, по-моему. Что ты спрашиваешь? Зайду на кого надо там или... Тоже кем надо пойду. Давайте на танках, тогда у нас танков нет. Ну я пополам зайду. Я у колодца. Сходи, уходи. Талик, идешь кем-то? 30 минут подоможет. Ну если там вдруг прям, блять, понадобится, то конечно перезайду.
Ну а так... Нет. Вкинься в мишку. Без бафов стоим. Блин, надо еще 5 слотов. Так, ну-ка. Солчата. Ну вот, у меня 59700 в обычном, 58800 в мастерстве. Да так ты смотри, у меня в мастерстве... Сколько? 5. Сейчас я в чем, ну-ка. А, сейчас я в стаме. 66. 6600, короче, это в стаме. В мастерстве 59 ровно. Так это все. Богатырь, кто у тебя мейн? Ну это из-за кольца, наверное, чисто вот это. На 14 стам и меньше. А почему у тебя 20 к мастерству? Где? Ну так потому что это, ну, для хардкапа. 56. Так, стопы, что-то у тебя не то. А чё? Почему у тебя в ботинках 20 к мастерству? Сколько у тебя мастерства? 56. Ну, 57. Блин, Славик. Чё? Еда на мастерство жрётся. Ты чё? Да нахуй мне эта еда. Ну, она в любом случае на стаму, просто у тебя второстепенная. Это понятно. Ну, просто допустим. Ты, считай, два камня можешь переставить, ну, внутри цистамины и жрать еду на мастерство, и то же самое выйдет. Ну, можно как вариант, но я как бы особо не парюсь. Ну, это не как вариант, это так надо. Ну, допустим, я так сделаю. Допустим. Ну, это особо погода не сделает, мишки, вообще никак. Тебе вообще погода не сделает никакой. Ну это, я не знаю, может быть это круто, но это то же самое, что у Вара командирский голос на 5 вкачать. Ну и типа радоваться. Подожди, что-то у тебя хп. А, у тебя на. Да, у тебя ж на оружие 50 стан черка. Я забыл. Да, кстати, ну. Сколько она стоит? Что-то я писал тогда, я не помню. 160 что ли? Что-то. А, не, нахер. В смысле, 50 стан? Да. Ну да, она сдонатит только. А откуда ты ее нашел? Ее должны были удалить из клиента вообще. Она, ее можно донатить. Да ее донатили еще хер знает когда, ну как бы. Не, ее сейчас тоже можно. Не-не-не, не чистили, на первом логане чистили. Не-не-не, чистили на первом логане, у нас не чистили. Блядь, заебал, у меня упало было 50 стамин, ее почистили на этом логане. Потому что друид у меня... Клёна, Ветра, Аня. Она мне чарила такую херню. Потом у нее удалили, полностью почистили, блядь, на сервере у нас. Ее нигде не было. А теперь опять включили, что ли? Ну, я помню просто, как писали, жаловались, типа, что когда из доната ее убрали, типа, что у людей есть, типа, и сейчас ее нельзя купить. Ее потом, ну, вернули в донат обратно. То есть, ну, это сколько пару лет назад было, и у людей она была. 160, Слава говорит. Ну, в принципе, я она... Не, помню. Не, она братопала, она бис. Я бы... Не знаю. Отведение? Ну, да. Вампир? Ну, хрень это, ну что? Ну, блядь, ты же протопал, ну вот зачем тебе эта вся хуйня? Ты урона не получаешь, ты урона не наносишь, ты просто там где-то... В кустиках штайся, на шухере стоишь. Ну, может, да, я не знаю. Конкретно... Ладно, хрен на знает. Мишку, мне кажется, она хороша, а так хуй знает, нахуй не нужна. Она только медведяная, да, катит, да. По сути. Не, она, в принципе, да и Вару, и Палу она катит. Ну это если в стам. Просто, ну, да Вару она нахер. Просто нет. Может быть такая ситуация, когда топорирование с отведением может спасти. Ну хотя и стама тоже может спасти. Но это спорно, не знаю. Сложно, наверное, сказать, что... Вару отведения хватает, Вару хп вообще нафиг не надо танку. Да любому танку хп надо. Нет, я имею в виду не такой, не так жестко хп дрочит.